Не, знаешь, я, конечно, вот что хочу сказать. Вот Белгород там весь умирает, никто внимания не обращает, петиции люди пишут. Я говорю, как по Москве? Вот я говорю, надо их там немножко в Москве тоже расшевелить. Я, конечно, ну, говорю, ну, жестоко, но понятно, погибли дети. Я говорю, а в Белгороде умирают, никто не чешется. Как у них только в Москве что-то случается, у них начинается. Я говорю, правильно, вон люди пишут, какие праздники. Мы, говорит, тут в Белгороде умираем. Я говорю, нас бомбят изо дня в день, без всякого. А они там праздники все, какие-то мероприятия, развлечения в Москве. Говорю, жуть какая-то вообще творится. Говорю, страх, теперь, говоришь, дома-то не видишь.